что, тогда расскажете про фронтал? Что рассказывать? Трактор ничего. В принципе, меня все устраивает. Очень хорошо оборудовано сиденье. Вниз поднимается, регулируется по наклонам, и спинка выгибается, и обратно. В общем, очень удобное сиденье. Функции внутри кабины очень хорошие. А вопрос по комплектации, допустим, обогрев зеркал, вот это диодные очень удобная фар. Штучка, да. Фары еще я пока не включал. Это самое. Да, светлое было, время, да? Да, это пока светлое время работает. Но скорость темнее. Так что будем включать. Я один раз вечером выгружал машину, включал. Мне очень понравилась оптика, когда светит каким-то галогеном, таким прям синеньким вокруг. Ну, дело, то, что линзы. Да, да, да. Очень хорошо. Очень понравилась мне подвеска, потому что когда едешь с грузом по нашей территории, а она неровная, вы проехали, видели. У хабы, да? Да. Трактор не качает практически совсем. То есть работает мягкая подвеска мягкая стрелы? Мягкая подвеска стрелы работает, да. И все так плавно получается. Гасик получается. Да, очень хорошо. Я работал на тех тракторах, даже на Volvo. Там такого не было. Трактор вот на ровной поверхности нормально, а на неровной он трясет его здорово. И раскачивает, и сильно его и кивает он, когда с грузом. Здесь такого не происходит. Даже с большой пачкой он гасит, как бы нормально. Ну а так что еще сказать? Оборудование к нему надо свое, именно захваты. Но сейчас у вас от Volvo 120-го оборудования. Да. Но машина справляется. Справляется, да. То есть проблем нет. Да. В целом по расходу топлива? По расходу топлива могу сказать, как бы. Ну вот с бак здесь сколько? 230, по-моему. 230. Если я не ошибаюсь. Ну, мне вот полная работа, цикл, на 2 суток хватает. А сколько часов смену работает? 12 часов. 12 часов. То есть полного бака на 24 часа? Да, вполне полная. Да. Это практически не выключает. Постоянно на полном газу. Ну, как бы так. Под нагрузкой. Очень понравился мне капот. Как открывается? Да, который открывается электрически. Кнопочку нажал, поднялась. Ну, получается, капот поднимается целиком. Целиком. Нет люков, и это очень удобно. То есть да. Ты можешь доступно, с любого. Да. Да, очень хороший поднял, доступ. Пошел туда, зашел, посмотрел там, поменял фильтрацию. Из такого что еще? Камера заднего вида. Заднего вида очень хорошо помогает. Вот левое зеркало заднего вида. У него плохой обзор, но камера спасает очень хорошо. Я ее включаю постоянно, а у меня включена всегда. И самое главное, что четко попадает вот сюда. Прямо по заданным параметрам, если двигаешь, то очень близко можно подъехать, даже смотря по камере. Ну, камера штатная, настроенная, поэтому... И она даже темное время суток.